И под ваши аплодисменты я приглашаю следующую пару, номер 264, Данил и Анастасия. Спасибо большое парам, и мы вас приглашаем для исполнения первого конкурсного танца «Медленный вальс». Потрясающее исполнение медленного вальса и ваши аплодисменты. Прекрасные пары высокого уровня танцевания представят нам следующий танец – танго. Спасибо большое парам. Давайте им еще раз поаплодируем. Им тогда будет больше времени перевести дух, чтобы поразить и порадовать нас великолепным, легким венский вальс.
If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, without your love would it shine for me? If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, what would it all matter if you loved me? Here in your arms with the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dance. Спасибо. Спасибо парам. А я выражаю нашу благодарность всем нашим партнерам и спонсорам, которые помогли создать такой красивый праздник для вас, для всех. Вы согласны со мной? У нас самые лучшие партнеры, которые всегда идут нам в помощь и поддерживают наши идеи. Следующий конкурсный танец, а он же заключительный танец. Quick Step. Нет? Фокстрот? Вы хотите станцевать? С удовольствием! Delilah, they were two that could toss a curve. And those gals, when they got started, they had kisses that shook up the world. Tony was a baby in the arms of that Cleo girl. And Samson lost his power from those kisses that shook up the world. And old Romeo fooled with Juliet, and that kid knew how to play. And Jezebel was the kind of chick that could make a head turn gray. Well, you may think I'm crazy, but I'm gonna take a word. So, спасибо, спасибо парам. А я хочу напомнить всем вам о том, что этот праздник подарила вам любительская лига Всемирного танцевального совета и наши партнеры торговый дом Grand Affiche, ювелирный бренд Pandora, сеть магазинов Intertop, торговый дом Grand Prix, туроператор Join Up и клуб спортивного танца Шанс. А также Наталья Беднягина и Роман Миркин. Ваши громкие аплодисменты. Спасибо. А теперь можно объявить Quick Step? Да? Спасибо. Последний конкурсный танец, зажигательный Quick Step, дарят нам потрясающие пары категории «Молодежь-2». Зритель, не останавливайтесь. Давайте хлопать на протяжении всего танца. Доставайте ладошки. Аплодисменты. Dressing, saying my prayers and lightly confessing. I can hear hot licks from a set of drums and stairs. Well, it couldn't be Johnny, cause he isn't there. Johnny's overseas, we know not where. But believe it or not, every night on the dot, I can hear a tenor drum say. Billy Dick, Billy Dick, tick tack. When's that character coming back? When's that kid in the GI lid gonna choo-choo down the track? Poor old me, I'm as sweet as can be. Еще аплодируем!
Ребята, давайте сделаем такую фишку. Вы все вместе возьмете за руки и сделаете общий поклон на три стороны для наших зрителей. Многие такого еще никогда в жизни не видели. Я думаю, им будет безумно приятно поучаствовать в этом действии. Под аплодисменты зрителей. Потрясающий финал. Лучшие пары Украины в категории «Молодежь-2». Аплодисменты, аплодисменты, друзья. Развернулись. И другая сторона ждет вас. Для вас поклон делают. Аплодисменты. Аплодисменты.